помните, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wolf Tale. Сегодня мы будем снова играть за мишек и будем проходить квесты по главам, да, для того, чтобы там продвинуться по главам. Все готовимся к выпуску пумочки, для того, чтобы можно было бы сразу за нее играть. Подготовка идет полным ходом, но сначала я бы хотела призвать всех животных вместе с вами сделать это. Вдруг постигнет удача, и я призову мифического животного. Фантастического животного здесь призвать, к сожалению, нельзя. Здесь самая максимальная редкость это мифический. Но мы призвали обычного синего волка, зато 45 уровня, почему бы и нет, в принципе, неплохо. Что у нас здесь по кланам? У нас здесь вот такой розовый волк, получается, мифический. Здесь у нас редкий волк, кстати, уже здесь альфа нас ждет. И здесь у нас снова розовый. Хорошо. Переходим теперь на следующего животного, на лисичку. Сейчас я играю за зимнюю лисичку. И она прекрасно сочетается с нашими питомцами, с голубями. Смотрится просто великолепно. Сейчас я вам покажу. Вы посмотрите, как она круто смотрится. Да. И я эти голуби, оказывается, покупала именно для этого скина. Для скина зимней лисички. Смотрится просто класс. Мне нравится. Так, ну что ж. Не будем отвлекаться, заходим в магазин, делаем запрос, посмотрим, какая лисичка у нас здесь появится. Я ни разу еще не призывала мифических животных, ни лисичек, там, ни волков, ни мишек. Все время мне попадались или обычные, или редкие. Вот сейчас у нас обычная лисичка 31 уровня. И пробежимся по кланам. Здесь у меня розовая мифическая, здесь вот такая рыженька, я ее ни разу не вербовала таких лисичек, потому что мне не хватало все время ресурсов на нее. Переходим теперь к мишкам, тоже сейчас призовем, посмотрим, какого мишку нам дадут. Награду я уже собрала, все перед съемками видео, там ничего особенного не было. И вы меня часто спрашиваете, как здесь собирать лунные камни. Лунные камни можно собирать только за ежедневный вход в игру в наградах. Вот здесь вот открываете внизу награды и смотрите, по выходным дням, по воскресеньям дают определенное количество лунных камней, только так их можно получить. Ну или же, конечно, как обычно во всех играх, задонатив в эту игру, можно тоже получить эти лунные камни. Что ж, вот такого мишку бы хотелось, конечно же, мифического. Ух, какой он классный-то, лавовый мишка. Ну давайте, была не была, смотрим. Так, ну как всегда, это у нас обычный мишка, зато 17 аж уровня, представляете? А я сейчас играю за редкого мишку 14 уровня. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там идет по квестам, по главам. Заходим в квесты. Итак, мы на 7 главе. Вывести детеныша уровня 7 два раза. Копайте участки логова, и нужно будет поохотиться на лисичек. Так, хорошо, давайте прокопаем участки. Ворачиваемся в Ден. А, я уже выкопала, оказывается, участки. Да, я сейчас зашла в логово, и у меня выполнился этот квест. По разведению, по-моему, я уже ставила на разведению мишек. Да, давайте подтвердим. У нас появился малыш. Это я делала или в прошлом видео, или без видео. Я уже точно не помню. И нам нужно сейчас будет поставить на выведение еще одного мишку. Так, по выведению мишек мне не хватает вот такого редкого ресурса, поэтому мы будем его собирать. Пойдемте его собирать, этот редкий ресурс. И заодно охотиться на лисичек. 18 лисичек нам нужно будет победить. Ох, ну как всегда, когда Прика начинает снимать, так у нас вечереет. Это уже обычное дело, я к этому привыкла. Посмотрим, какого уровня лисички нам нужны. Уровня 7+, ну это будет вообще несложно найти. Нужно будет зайти просто на карту и посмотреть, где у нас такие лисички водятся. Так, уровня 7+. Вот можно вот сюда пройти. Мне кажется, здесь будет идеально. Угу. Это же у нас лисички? Или у нас это волки? Подождите-ка. А как у нас лисички-то выглядят? А, лисички у нас вот с таким хвостиком, так повернутой головой. Подождите, это не лисичка была. Вот, лисичка. Есть 5, 7, 5 и 7 уровень. Но мне кажется, нужно что-то поближе поискать. А, ну, хотя нет ничего такого. Вот, 8, 10. Нет, это опять волк. Все время лисичек путаю с волками. Есть вот такие лисички, 12-14 уровень. Можно будет пробежать туда, они как раз находятся возле
клана, поэтому мы отправляемся туда, быстро путешествие делаем, делаем такой телепорт. Мне кажется, оттуда ближе. И как раз насобираем ресурсы, посмотрим, какой здесь мишка у нас есть. Можно его принять, конечно же, принимаем. Мишки нам нужны, мы их потом донатить будем. Будем донатить в нейтральный клан для того, чтобы повысить уровень, это очень удобно. А повышать уровень союзного клана я еще пока не буду, потому что я его использую только как телепорт и для сбора ресурсов. Хотя, чем выше уровень клана, тем, соответственно, и ресурсов здесь больше появляется. По количеству. Угу. Так, ну хорошо, двигаемся теперь по стрелочке. Нам нужно зайти за клан, да? На ту сторону клана. Здесь буквально 30 метров пробежать. Так, и вот наши лисички. Уже здесь, оказывается. Прям рядышком появляются. И 18 штук нам нужно будет победить. Думаю, что мы здесь сейчас это все сделаем очень быстро. Главное, чтобы лисички не пропадали. Ну, Wolf Tales, еще раз повторюсь, это не Wildcraft. Здесь искать животных очень легко. На карте просто их находишь, и не нужно бегать по всем локациям. Сейчас мы быстро их победим. 18 штук. Клевое дело. На раз, два, три. Здесь еще лисичку. Здесь их очень много. Бывает, кстати, появляются только по две лисички. Вот. Но здесь нам повезло. Здесь 4 или 5. Эй-эй-эй. Главное следить за жизнями. Я, конечно, мишка очень сильный, но не до такой степени. Нужно сейчас немножечко хпшечек набрать. И заодно посмотреть, сколько лисичек мы уже победили. 4 из 18, осталось 18 штук. Так, набираем КП. И уже можно сейчас охоту продолжать. Они бьют очень сильно, потому что, ну, минус 58 это достаточно сильно для животного. Потому что они 17 уровня. Они порядком выше моего уровня. Так как у меня всего лишь 14. Разница чувствуется, но хпшек у них мало. И удар, в принципе, соответственно, меньше, конечно. Так, давайте. Нужно будет перестраховаться. Чуть-чуть все-таки же хпшек набрать. Отлично. И продолжаем охотиться. Вот одна уже прям к нам побежала, как будто бы нас увидела и решила укусить. Мы ей даем ответный удар лапой. Большой, огромной лапой. Так, давай тебя. Я не знаю, я 10 штук, по-моему, еще не победила, да? Сейчас посмотрим. Так, глянем. 8 только, еще 10 осталось. Так, лечимся. Поехали дальше. Не теряем ни минуты. Так, лечимся опять. И сразу... Ух ты, мы 13 уровень получили игрока. Еще раз повторюсь, что я переходила от устройства на устройство, и уровень игрока у меня не сохранился ни на одном животном. И теперь я их заново все получаю. Это я рассказываю для тех, кто не видел то видео, где я это все объясняла. Так, повернись, повернись. А, ну ладно, ты цель поставил на эту лисичку, ну хорошо. Куда поставил цель, туда и пойдем. К сожалению, уровень игрока не сохраняется, но зато сохранились очки способности, что меня очень радует. Мне не пришлось заново их набирать. То есть очки остались. То есть способности остались все открытыми. Так. По идее, у меня на мишке уровень игрока должен быть сейчас где-то примерно, ну, 25-м. Вот. Ну, может быть, 30-м. Потому что у меня тот уровень был 16-й, но с каждым уровнем XP набирать все больше нужно. Поэтому где-то примерно 25-й бы у меня сейчас был, ориентировочно. Давайте посмотрим, сколько у нас еще осталось лисичек. 4 лисички всего. Сейчас подлечимся, потому что хпшек мало. Боюсь, просто меня побьют. И мне будет очень стыдно, что такого большого, красивого мишку редкого побили такие малехонькие лисички. Так, еще 3. Так, давай тебя.
Разведение там идет, по-моему, достаточно долгое время. Но на, перейти на другую главу хочется уже сейчас. Так, посмотрим, сколько у нас там идет разведение. Разведение. У нас еще мы же не поставили на разведение, потому что у нас не хватает ресурсов, да? Разведение будет идти где-то примерно часа полтора-два. Поэтому в этом видео, к сожалению, не получится перейти на следующую главу. Перейдем уже в следующем видео. Ресурсов я обязательно насобираю. Поставлю разводить мишек и потом уже после разведения начну снимать следующую серию. Там уже перейдем на другую главу, и там будут уже новые интересные задания, которые нужно тоже выполнять. Так, ну все, по лисичкам мы квест выполнили. Остался у нас только один единственный квест по разведению. Нужно будет насобирать те самые ресурсы. Давайте здесь побегаем, поищем. О, как здесь опасненько-то. Сейчас мою попу толстую будут кусать и пинать. Давай, Мишка, ты такой неповоротливый колобочек. Как сложно с тобой бегать и собирать ресурсы-то, а? Ну, это прям невозможно сложно. Так, и те ресурсы, которые нам нужны, к сожалению, здесь они не появляются. Вот, вот такие ресурсы нам нужны. Собираем. Так, 8 здесь дают, да? Ага, 8. Ну, этого слишком мало, нужно будет еще пособирать. Давайте побегаем, пособираем нужное количество. И на разведение все-таки поставить нужно, да? Необходимо. Так, может быть, сбегаем за мостик вон на ту сторону? Наверное, так и сделаем. Давай, поднимайся, поднимайся, у тебя все получится. А, там у нас что за ресурс? Ну, к сожалению, не те, которые нужны. Хорошо, что мои питомцы сейчас собирают, конечно, попутные ресурсы, останавливаться не нужно. Вот, но все равно этого недостаточно. Так, нам нужна водичка. Нам нужна водичка. Когда не надо, ее везде полно. Когда надо, не найдешь. Вот всю локацию пробегай, все равно не найдешь. О, зайчики, вы так светитесь красиво. Я вас прям перепутала. Так, мы уже к логову, да, подбежали. Давайте телепортнемся снова на ту сторону карты. Вот сюда. На середину карты, потому что здесь ресурсов по количеству больше намного, да? И побежим уже в эту сторону. А то мы в ту сторону в прошлый раз бежали. Теперь давайте побежим в эту сторону и посмотрим. Может быть, здесь они есть. Ух ты, здесь еще есть вот такие ресурсы мифические. Их тоже нужно обязательно собирать. Собирай, собирай. Молодец, умничка. Так, розовое поле у меня так еще и не пропало. Мне кажется, этот баг фиксить не собирается. Вот эту часть локации я посетить не могу, потому что здесь вырви глаз розовый цвет. Вот. Конечно, можно снимать видео на телефон, можно снимать видео на другом эмуляторе, на Ноксе. Вот. Но там еще раз, опять же, повторюсь, перенос не всех. Как я говорила ранее, например, уровень игрока не переносится на другое устройство. Так, еще нашли водичку, отличненько. Так, а это... Ох ты. Ну, слушайте, мы так сейчас насобираем, в принципе, нужное количество. Давайте посмотрим, сколько у нас вообще всего. 120, да? Да, 120 всего ресурсов, а требуется нам 127. Если мне память не изменяет, но у меня такая память дырявая, давайте еще раз посмотрим. 127. Можно попробовать других поставить на разведение, здесь не хватает ресурсов. Давайте, может быть, тебя поставим. Здесь тоже этих же ресурсов не хватает, да? А если тебя выбрать? О, ну здесь уже посерьезнее, здесь уже много ресурсов. Нет, давайте что-нибудь попроще все-таки. Нет, это не попроще. Тебя, пандочку, выберем, вот. Чтобы поменьше ресурсов потратить. Еще и 7 нужно будет насобирать. Давайте немножко терпения проявим. А, ну вот, нашли, нашли, нашли. Ура, 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 ура. Есть. Надеюсь, здесь по количеству будет достаточно. Да, 9, все. Отлично, можем теперь поставить на разведение. Идем.
Ставим на разведение. Супер. Через 46 минут уже будет выполнена эта часть квеста, и мы перейдем на другую главу. Сделаем это уже в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wolf Tales. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.